Туркменистан, родина небесных скакунов, продолжает развивать коневодческую отрасль. 13 октября 2021 года по поручению уважаемого президента в Гюктупинском этрапе Ахалского вилаята состоялась торжественная церемония закладки фундамента современной конюшни для содержания 600 ахалцекинских лошадей. Легендарные небесные кони всегда были верными спутниками нашего народа, украшением его славной истории. В новую историческую эпоху, в результате многоплановой работы нашего уважаемого президента, истинного поклонника небесных коней и уважаемого мастера конного спорта и постоянного сторонника конного спорта, успешно проводится работа по сохранению и приумножению уникальных конных традиций нашей дорогой Родины. В эпоху могущества и счастья уважаемый президент уделяет особое внимание развитию ахалцекинской породы лошадей и ее интеграции в международный сектор, формированию соответствующей структуры. В соответствии с постановлением уважаемого президента, подписанным на расширенном заседании Кабинета министров 8 октября 2021 года, строительство и ввод в объект в эксплуатацию возложены на частное предприятие Нурбинагурлушок. Заказчиком проекта является государственное объединение «Туркмен Атлары». Задача нового комплекса – дальнейшее развитие коневодства, увеличение численности чистокровных лошадей, улучшение племенных характеристик. Будет построен ветеринарный комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием и передовыми технологиями для наблюдения за состоянием здоровья лошадей. Здесь разместятся различные лечебные отделения, в том числе для ухода за лошадьми. Хозяйственная часть комплекса будет включать 2 конюшни на 60 лошадей каждая, 6 конюшен на 80 голов крупного рогатого скота, 8 навесов и несколько подсобных помещений. В конюшнях будут поддерживать благоприятную погоду и нормальный климат, создавая все условия для разведения, верховой езды, тренировок и подготовки к скачкам, а также для эффективной работы всадников и сеисов. Планируется построить скрытый амбар и 2 открытых для хранения кормов для лошадей, которые будут содержаться в конюшне. Согласно проекту, система жизнеобеспечения комплекса включает и инженерно-техническую составляющую. Кроме того, планируется построить 2 стоянки для рабочего оборудования и транспортных средств, а также ряд технических построек. Прилегающие территории комплекса будут полностью благоустроены и засажены фруктовыми садами. Строительство конюшни и других объектов будет осуществляться с применением высококачественных экологически чистых строительных материалов, производимых в нашей стране. В Туркменистане принимаются меры по выводу конного спорта на мировую арену, по формированию современного поколения специалистов нашей страны, по укреплению международного сотрудничества в области конного спорта, по строительству новых конноспортивных комплексов, оснащенных новейшим оборудованием мирового уровня. Церемония закладки фундамента современной конюшни стала большим праздником. Дария Сапаров, народный коневод Туркменистана, сеис международного ахалцекинского конноспортивного комплекса. Уважаемый президент открыл широкие возможности для развития коневодства. В ущелье Гюктуры в этрапе Гюктупе Ахалского вилаята был заложен фундамент новой конюшни на 600 лошадей. Это пример той колоссальной работы, которая проводится в нашей стране в целях развития коневодства. Ущелье Гюктуры отличается красивой горной природой, чистыми источниками. Мы благодарны уважаемому президенту за нашу счастливую жизнь. Желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в государственной деятельности, направленной на благо туркменского народа и дальнейшего процветания нашей страны. Кульжанов Сухандурды, сеис международного ахалцекинского конноспортивного комплекса «Народный коневод Туркменистана». В расположенном в предгорье Капидага ущелье Гюктуры состоялась церемония закладки конюшни для разведения ахалцекинских скакунов. Уважаемый президент уделяет пристальное внимание вопросам дальнейшего развития коневодческой отрасли и приумножения всемирной славы туркменских скакунов. В этом направлении в нашей стране под руководством уважаемого президента осуществляется целенаправленная работа. Мы благодарны уважаемому президенту за создание таких прекрасных условий для плодотворной работы.
Желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности, направленной во благо туркменского народа и дальнейшего процветания нашей страны. Расул Ишангулиев, председатель Ахалского вилаятского комитета Демократической партии Туркменистана. В год «Туркменистан – родина мира и доверия» в Ахалском вилаяте произошло знаменательное событие. В предгорье Капидага, в ущелье Гоктуре, в Кенгешлике Хурмант, Гоктупинского этрапа Ахалского вилаята состоялась церемония закладки конюшни на 600 голов. Благодаря уважаемому президенту в стране созданы все условия для увеличения поголовья ахалцекинцев и развития коневодства. Мы благодарны уважаемому президенту за огромное внимание к сохранению национального наследия, частью которого являются ахалцекинские скакуны, туркменские ковры. Желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности, направленной на благо туркменского народа и дальнейшего процветания нашей страны. Байназар Гошаев, преподаватель Туркменского сельскохозяйственного университета. Каждый день под руководством уважаемого президента наполнен важными событиями, знаменательными датами и торжествами. В ущелье Гоктуре состоялась церемония закладки конюшни. Это событие стало очередным подтверждением огромного внимания, уделяемого в нашей стране развитию коневодческой отрасли и приумножению всемирной славы туркменских скакунов. В нашей стране в этом направлении осуществляется масштабная работа. Туркменский сельскохозяйственный университет готовит высококвалифицированных специалистов в области коневодства. Студенты, обучающиеся по специальности коневодства, изучают технику верховой езды, особенности питания скакунов и национальные коневодческие традиции. Желаю уважаемому президенту крепкого здоровья, долголетия и успехов в государственной деятельности, направленной на благо туркменского народа и дальнейшего процветания нашей страны.